Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня буду делать освещение на тему, что же уйдет с вашей жизни, что поменяется, что будет. Буду раскрывать всю информацию, которую Вселенная напрямую будет отправлять через меня вам. Подумайте о себе, посмотрите на себя в зеркало. Дотроньтесь, прикоснитесь, поправьте свои шикарные волосы. Знаете как? Вот обнимите себя. Вот для того, чтобы прочувствовать, отвлечься от всего, что есть в этом мире, да? Вот чтобы сфокусироваться на себя, пока я готовлю колоды, я с удовольствием приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь добавлю. Там я ежедневно делаю эксклюзивное освещение послания от мужчины. Советы Вселенной. Как вы можете создавать свою реальность благодаря силе своего намерения. Вся информация подается в очень легкой, свободной форме. Также вы можете ознакомиться с отзывами моих постоянных клиентов, как меняется их жизнь после моих авторских практик. Кстати, о практиках также можете прочесть там. Я делаю практики на очищение пространства от негатива, очищение пары. Также очень много важной и нужной информации, как вы можете менять свою жизнь в лучшую сторону, не жить в ожидании чуда, а получать от жизни все. За личными освещениями пишите мне в личку в Инстаграме и Фейсбук. Все ссылочки на все мои каналы в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь, буду счастлива вас видеть. Приветствую своих гостей. Благодарю моих постоянных подписчиков и подписчиц за то, что вы здесь рядышком со мной. Обнимаю вас всех душой. Так, колоды готовы. Сегодня буду использовать колоды, которые я приобрела благодаря вам, благодаря вашей финансовой поддержке. Знаете как, Вселенная вам вернет все в тысячи раз больше именно в том аспекте, который вам необходим. А вы, поддерживая меня, помогаете всему миру, так как я занимаюсь и благотворительностью, помогаю людям и животным. Также покупаются на эти деньги новые карты, свечи, все декорации, которые приобретены. Это все благодаря вам. Все делаю для вас с безусловной любовью. Так, ну что же, колоды уже зарядила я энергией. И вначале, как обычно, да, по вашим многочисленным просьбам, я проведу свою авторскую практику на очищение вашего пространства от негатива для исполнения желаемого. Поэтому сейчас обратитесь ко Вселенной с просьбой, чего бы вы хотели, озвучьте ее, озвучьте свое намерение. Очень важно досмотреть до конца, чтобы прогорел весь воск, и же, чтобы весь негатив, преграды, ограничения, магия, которая есть на пути к исполнению желаемого, ушла, загорела, растаяла. Как будет таять этот воск, так и будет таять негатив. Я знаю, что мне пишут мои подписчики, зрители моего канала, что становится легче. Энергетика меняется, фон ваш меняется энергетически с негативного на позитивный. Заряжаетесь буквально, знаете, как магнитом. Аура ваша начинает светиться, и люди начинают тянуться, потому что вы как светлячки, ясные, светлые. Огонь очищает, это не магия, это не какие-то там ритуалы, нет. Это очищение пространства энергией огня. Силой огня очищаю пространство от зла, негатива, преград, ограничений и магии к исполнению желаемого. Как тает этот воск, так и тает все негативное копии скамерства, что есть к исполнению мечты во благо. Так, свечечка наша уже работает. Во вторую свою практику, девчоночки, по вашим просьбам также провожу постоянно. Для того, чтобы человек любимый, с которым у вас есть очень тесная связь, ментальная, которого вы чувствуете так же, как и он чувствует вас, для того, чтобы он появился, проявился в вашей жизни, как будет разгораться огонь, так и будут разгораться у него мысли у вас для появления, проявления. Называйте ваше имя, имя вашего любимого, дата рождения. Как загорелся огонь, шикарно.
Как разгорается это пламя, повторяйте за мной, так и разгорается имя мужчины, твои чувства ко мне, ваше имя. Позвони, разблокируй, напиши, дай мне знать, насколько я важна и нужна тебе. Я знаю, что в твоем сердце живет искренняя любовь, как и в моем. Ты слышишь меня сейчас. И в эту минуту ты готов появиться, проявиться в мою жизнь. Все практики рабочие зависят от того, насколько вы близки с человеком, срок его появления, проявления, и насколько вы ментально можете с ним связываться. Есть люди такие более упрямые, есть такие более гибкие, поэтому вы можете просматривать неограниченное количество раз. Эти практики, они все рабочие, и в любом случае придет время, когда в самый нужный момент Вселенная приведет вашего любимого в вашу жизнь. Ну что же, давайте смотреть, что уйдет, что поменяется, что будет. Сделаю три разных направления, и будем уже их раскрывать. Что уйдет с вашей жизни? Так, настройте, девчоночки, на себя, называйте имя, дата вашего рождения, для того, чтобы как можно больше информации было конкретно о вас. Можете прям обратиться ко Вселенной и сказать, что уйдет, что поменяется, что будет. Что уйдет? Что уйдет? Что поменяется? Что будет? Ну что, готовы? Давайте смотреть, что уйдет из вашей жизни. Ну, здесь, девчонки, конкретные будут изменения. Перемены. Преображение. Придет новое, сразу говорит вам Вселенная. То есть то, что было старое, вот знаете, здесь такая карта очень красивая, показывает, что серпом отметается все плохое, все иное, все, знаете, неинородное. Знаете, вот что-то такое, что абсолютно не клеится даже с вашим сознанием и мировоззрением, но оно есть в вашей жизни, и вы вообще не понимаете, как такое могло со мной вообще произойти. Вот это все уйдет, как коса буквально скосит, и причем уйдет так безвозвратно. Давайте раскрывать, что же это такое, что уйдет конкретно и больше никогда не вернется. Вы знаете, здесь идет такая информация, что на протяжении долгого периода времени в вашей жизни эта ситуация будто бы росла, развивалась, либо же отношения, возможно, какие-то такие тягостные. И здесь я не говорю конкретно о каких-то любовных отношениях. Здесь может человек в вашей жизни быть по работе, знакомый, родственник, кто угодно. Вот он как-то тянул вас вниз. И здесь вы будете отсекать этого человека из своей жизни, который вас вводил в состояние какое-то нестабильное. Что уйдет? Ну вот, конкретно вы закроете, вы поставите точку на определенных моментах в жизни, которые вас тянули. Здесь очень многих будут изменения в дружественной зоне. То есть люди, которые оказались друзьями, уйдут навсегда с вашей жизни, и эту точку поставите вы. Причем это не будет так, что обратно, может быть, столько связывало с прошлым, идет такая информация. Нет, здесь вы отсекаете это раз и навсегда. Причем здесь информация уже шла, что вы этого человека не единоразово уже как-то прощали, впускали в свою жизнь. Будто бы, знаете, проращивали в себе определенное чувство даже жалости, снисходительности. Возможно, поменяется, возможно, что-то изменится, знаете как. Была надежда, на протяжении длительного времени у вас этот человек в вашей жизни, все, закончится с ним тягостные отношения, все, вы идете дальше. Этот человек остается. А почему, сразу скажу, вы по уровню растете выше. Либо же здесь карьерная лестница, либо же здесь уровень вашего развития, мировоззрения, понимаете, не тянет этот человек быть больше в вашем окружении. Вы пошли дальше, вы пошли в гору, а тот так и остался у горы. Нет у него ни сил, ни возможностей, возможно. Понятно, что информация общая, каждый здесь слышит свое. У кого-то финансовый аспект, у кого-то духовное развитие. Но здесь что уйдет? Уйдет этот человек из вашей жизни.
Ну, будьте готовы, что он там еще будет как-то вам написывать, названивать. Карты вам дают информацию о том, что, то есть он еще, либо же будет этот человек следить за вами по интернету. Он будет еще, знаете, как, ну, он будет как бы стараться двигаться в вашу сторону. Ну, там у него силенок, ну, вот честно, сил нет. Этот человек как-то физически больной, а может, и не только физически. Будет следить за вами по инету. Что уйдет? Кроме этого, есть еще какая-то информация? Так, есть. Отлично. Давайте смотреть. Старший аркан всегда. Ага. Смотрите как. Еще идет ситуация о том, что вы по-иному смотрите на жизнь, на ситуацию. И у вас как-то окружение даже как-то протестует по поводу вашего мировоззрения. Вот идет избавление от этого протеста. Вы сможете организовать либо же людей, либо же пространство, либо же свою идею довести до конца. Вы выйдете, знаете, как бы из этих протестов. Вот идет слово протест. Возможно, здесь родные, близкие, друзья, возможно, даже этот человек как-то вас тормозил вообще дальше в развитии. Все, вы выходите с этого состояния. Здесь как-то будете развиваться. Здесь идет информация о том, что уходит какая-то копия из вашей жизни. Прям вижу, человек смотрит ваши тексты, вашу работу и копирует, девчонки. Прям конкретно. Либо же здесь идет информация, что люди копируют ваши слова, копируют ваше поведение. Причем они просматривают, я же говорю, тут по интернету за вами следят и делают копию вашей работы. Все, вы убираете это, вы выходите на уровень, вы и так уже намного дальше, чем эти люди, которые вас копируют. Все, вы больше даже не оборачиваетесь, даже не обращайте внимания. Ну, там человек себе остался где-то на своей ступени. Ваш уровень намного выше. Я прям хочу вам показать по карте, насколько вы дали от этого человека. Вот этот человек, смотрите, вот ниже плинтуса стоит, да? А вы уже давным-давно ушли в гору. То есть рядом его и днем с огнем уже не найдешь. Отличненько, давайте дальше смотреть тогда, что поменяется. Соберу всю колоду. Что поменяется в вашей жизни? Туз кубков, девочки. А сейчас будет про любовь. Давайте смотреть. Уже интересно. Все интересно, но это особенно, да? Напишите мне, интересно вам про любовь? Поставьте лайк в эту секундочку, чтобы я знала, посмотрела, сколько реакций. Девчонки, все комментарии всегда читаю, мужчины тоже. Благодарю, знаю, что все мне пишут, и мужчины, и мои красотки. Вы у меня самые необыкновенные и самые лучшие. Все читаю, все вижу, я физически просто не могу всем ответить, но для меня очень важна и нужна обратная связь с вами. Поэтому каждое ваше слово, каждая ваша фраза о том, что отозвалось, что действительно для вас. Ой, девчонки, прям щечки у вас сейчас загорелись. Кто-то прям сейчас ринулся писать. Чувствую это. Благодарю вас, буду только рада. Ну что же, что поменяется? Поменяется что-то в любовном плане. Так, слушайте, так тут мужчина просто врывается в вашу жизнь. Паж идет кубковый. Возможно, мужчина младше по возрасту, но он влюбленный, как мальчишка. Неважно, мы не будем сильно к возрасту привязываться. Но кубки-кубки пошли. Я же говорю, что здесь будет изменение в любовном фронте. Здесь мужчина вырвется с каких-то определенных ограничений. Слушайте, вы прям сообщение от него получите. Я прям вижу эти слова. Здесь будет сообщение от любимого. Так, что поменяется? Ну, смотрите как, информация идет ко мне даже раньше, чем я это вижу по картам. Здесь мужчина вам напишет, выйдет с ограничений. Причем, знаете, когда он напишет, какой-то будет либо же красный закат, либо же солнце будет красное, что-то вокруг будет красное. Не знаю, возможно, у вас освещение какое-то такое вот розово-красных тонах будет. Либо же у него в этот момент, вот, девчонки, вижу облака на небе, сероватые, а небо прям такого розового, нежного, 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 зефирного цвета. Да. Либо же это будет у вас, да, свечечка подтвердила. Либо же у него в этот момент такой будет шикарный закат. Возможно, вам напишет о закате, который ассоциируется у него. Вот я посмотрела на закат и вспомнила тебе, девчонки, кому-то прям фотку пришлет закатом. Да-да-да-да-да. Так. Что поменяется? Ну, тут
конкретно будет движение мужчины. И знаете, что он вам скажет? Он скажет, нам нужно быть вместе. Вот прям так и скажет. Нам нужно быть с тобой вместе. Вместе нам хорошо. Без тебя я одинок. Он реально одинок. Тут же есть женщины в его окружении, но он абсолютно на них не реагирует. Он от них отстраняется. И, кстати, в тот момент, когда он вам напишет «появится», «проявится», либо же он будет находиться в компании людей, либо же после того, как он придет домой, после какой-то компашки, он напишет вам, потому как, находясь вокруг людей, он себя чувствует одиноким, понимаете, один среди толпы. Просто хочу вам показать, вам не нужно знать значение карт, посмотрите, как это происходит. Вот в одних цветах, в одних энергиях мужчина, находясь в компании, одинок, да? И он пишет вам, девчонки, классно, я так рада за вас, и мужчины рады за вас. Вы же переворачиваете информацию, знаете, как это делать. Так, давайте посмотрим, а что-то еще есть? Помимо мужчины, что поменяется? Или это самая важная информация для вас? Ну, самая важная информация для вас про любовь, девчонки. Туз кубков выходит, говорит, какая еще может быть? Главное чувство, главное, что любимый. Главное, чтобы выйти вот с этого, как у какой-то черной дыры, которая меня уже засасывает. Я не вижу будущего. Что же будет дальше? Девчонки, напишет, здесь прям конкретно вижу телефон. Либо же будет звонок, либо же будет сообщение. Ну, классно, я рада за вас. А давайте теперь посмотрим, что будет дальше. Интересен вам такой формат моих освещений? Напишите мне, пожалуйста. Мне же важно знать, что вам интересно, что вам важно, что вам нужно, потому как я же все делаю это для вас. Так, девчонки, ну карты шикарные. Поздравляю. Девчонки, здесь будет исполнение желания. Такие карты просто, знаете, вот как на подбор. Вот самое лучшее. Посмотрите, как уходит все плохое, негативное, приходит любовь. Вау, девятка кубков, это же карта исполнения желаний, девчонки, что будет, желание исполнится, вау, просто супер, я такая счастливая за вас, я так счастлива, что такие светлые энергии со вселенной сейчас просто, знаете, таким огромным потоком здесь находится, исполнится желание, девчонки, что будет? А вы прямо сейчас напишите «принимаю, благодарю». Вот для того, чтобы вселенная подтвердить, что вы готовы, что вы услышали и вы принимаете эту информацию. Смотрите, все же на ваших глазах. Какие шикарные карты. Исполнение желания. Что будет? Так, тут ко многим появится человек, который на протяжении длительного времени не появлялся в вашу жизнь. А вы уже думали, что ваши отношения с ним даже как-то разорваны. Девчонки, а кто-то, кто планирует забеременеть, здесь будет беременность и рождение ребенка. Здесь либо же кто-то прям родит, кто сейчас беременный, либо же будет зачатие ребенка. Понятно, что информация точечная, но тем не менее я озвучиваю то, что вижу. Также здесь идет информация, что желание, да, которое жило у вас, на протяжении длительного времени уже исполнится. Так, что будет? Ну, поездка. Возможно, тут ваш мужчина появится и скажет вам о встрече, причем какое-то либо же праздничное время, будет праздник и будет встреча, либо же мужчина появится на праздник, либо же он, вообще тут идет такая энергия, что для вас его появление это уже праздник, это уже радость, это уже счастье. Также здесь может пригласить прямо на фестиваль на какой-то, на какой-то концерт, понимаете как, для того, чтобы как-то куда-то поехать, а потом вместе провести время, возможно, знаете, пригласит вас на концерт. А что будет после концерта? Надо срочно нам узнать. Так, девочки, после концерта тут будет... знаете, как, а вам карты не хотят об этом говорить сейчас? Закрывают, говорят, нет, еще не время тебе об этом знать. Ну ладно, ну у нас вообще-то вопрос, что будет, да? Давайте смотреть. Примчится ваш мужчина. Примчится, физически, возможно, прям на машине приедет, либо же ему нужно будет преодолеть какое-то определенное расстояние к вам. Ну, шикарно, смотрите, карта повешенный-подвешенный, идет на карту колесница. Так, сам карты достает. Давайте смотреть. Он говорит, а меня очень манит к тебе, меня очень тянет к тебе. Здесь мужчина любит шоколад. Возможно, мужчина по цвету кожи такой, потемнее вас. Сладкоежка такой. И вы для него, знаете, как самый лучший десерт. Прям говорит, ты моя вишенка на тортике. Девчонки, вот так вот. Что же будет? Что же будет? Давайте сейчас смотреть, что будет. Так.
Ну отлично, девчонки, смотрите как. Вот так я и видела вас, что вы как будто бы сейчас находитесь в каком-то тумане, в черная дыра, да, в мир какой-то черно-белый, вообще все непонятно. Куда же приведет? А здесь говорит Вселенная о том, что эта ситуация была не просто так создана на самом деле между вами. Но я так понимаю, что у нас основная тематика любовная сейчас идет, потому как у многих все-таки запрос идет в этом русле. И карты говорят, что будет возрождение ваших отношений, произойдут перемены, и вам нужен был этот период на самом деле для того, чтобы сделать выбор, возможно, определиться, да, либо же вам, либо же мужчине, с тем, куда же я веду, кто моя путеводная звезда, с кем я хочу строить будущее, с кем я хочу жить в одном доме, кто мое солнце. Он говорит, мое солнце это ты. Вот так вот, шикарно. Что же еще будет? Что же еще будет? Да, поездка тут у вас серьезно будет. Причем у кого-то там где-то, где люди в гольф играют. Даже такая информация идет. Да? Вы увидите результат. Понимаете как? Вот вы, возможно, отправляли намерение во Вселенную, просили чего-то. А вот придет, что будет? Вы получите результат. То есть то, что на протяжении длительного времени вы ждали, исполнится. Ну, изначально, да, колоды разные, а карты мне показывают о том, что желание исполнится. Просто мы его больше... Ну, а вы уже знаете, девчонки, в себе такую мощь вытренировали, сразу могу сказать. Вот вы говорите, что я, несмотря ни на что, иду и верю, и четко знаю, чего я хочу. И вот именно это вас и приведет к исполнению желаемого. Что вы, знаете, как суперлига какой-то, спортсмен, который уже прошел Крым и Рим, который уже абсолютно никак не реагирует на внешние обстоятельства, а идет конкретно к финишу. И здесь вы получите, собственно, результат. Давайте посмотрим, что Вселенная хочет вам передать вот в данную минуту. Что вам важно слышать? Важно услышать, важно досмотреть мое освещение до самой последней секунды, потому как в любую секунду информация может поменяться, и я не знаю, в какую сторону, как Вселенная решит. Что же Вселенная вам скажет сейчас? Что вам важно знать? Девчонки, да все будет хорошо, вы просто будете наслаждаться своей жизнью, знаете, как будто бы растягивать удовольствие. Я просто это чувствую на себе. Да, а еще, девчонки, могу сказать, что... Здесь вы даже другим будете рассказывать о том, что все невозможное возможно, а все нереальное реально, это же мои слова. Будете прямо говорить и будете говорить, посмотри, у меня же так и произошло. То есть у вас будет ясная, четкая, определенная ситуация, которой вы будете даже делиться и, знаете, как наслаждаться тем, что вы получили то, чего вы желали. Так и будет, так и есть. Вы прям можете в комментариях написать, так и есть. Не будет там когда-то, нет, уже есть сейчас, вот в данный момент нужно зафиксировать это. Ну, гуру говорит, слушайте своего гуру, который вам несет информацию. По иерофанту, девчонки, Вселенная говорит, чтобы вы очень внимательно услышали информацию, которая здесь озвучивается. И здесь Вселенная напрямую сейчас вам передает это сообщение. Говорит, что ты... должна слышать себя, свою душу, и люди еще будут равняться на тебе, видя, как твоя жизнь поменялась в наилучшую сторону и исполнилось то, чего ты хотела. Вот так вот, девчоночки, такой очень сильный поток, такой шикарный, положительный, светлой энергии. Желаю, чтобы к каждому как можно скорее, в самое лучшее время вернулся человек любимый. Свечечка догорает, досматриваем, мы не можем... это все прекратить, если не догорит. Это же наша практика на избавление от негатива. Поэтому пусть оно все уходит, пусть оно все сгорит. Вам не видно, наверное, но я вижу, что огонек еще есть. Поэтому мы дождемся, чтобы все догорело. Горит, тлеет. Поэтому благодарю вас за лайки, за комментарии, за вашу любую активность на моем канале, за то, что вы делитесь моим каналом с людьми, которые тоже должны услышать информацию эту. И вообще, как работает YouTube? По активности. Поэтому в любом случае вы помогаете нашему каналу стать более известным для того, чтобы как можно больше людей получили ответы на свои вопросы. Это очень важная и нужная миссия. А свечечка так и горит, а свечечка так и не догорает. Девчоночки, ну вы видите этот огонек? Видите? Горит.
Горит, горит, ждем. Будет, наверное, весь фитилек прогорать. Но, тем не менее, значит, так нужно. Значит, все-таки где-то что-то есть такое, что даже вашему взгляду сейчас скрыто, но весь этот негатив будет уходить и таять. Поэтому благодарю вас, что вы со мной. Вы можете прямо сейчас, когда догорает этот фитилек, повторить то, чего вы хотите, то, чего вы желаете. Вселенная ждет. Хочу, чтобы вы видели. Все горит. О, потухло. Да, все. Нет! Еще нет! Еще не потухло. Еще горит. Это неимоверно. Она еще горит. Еще горит. Ну что ж, дождемся. Все горит. Что там горит, мне уже непонятно, но. Угу. Все горит, девчонки. Будем ждать. Будем ждать. Значит, важно и нужно вам это. Поговорите со Вселенной сейчас. Я так думаю, что она ждет вас в этот момент. Поблагодарите ее. Я уверена, что каждому есть что сказать. Озвучите про себя, либо же вслух, чего вы хотите. Смотрите, да, погасло. Вселенная ждала. Действительно, ей важна была вот эта обратная связь. Я же говорю, что как работает закон Вселенной? Это закон взаимодействия. То, что вы активны на моем канале, любая активность, лайки, комментарии, донаты, это все взаимообмен. Вселенная дает вам информацию, переносит через меня вам, а вы же со своей стороны тоже должны давать обратную связь. Вот поэтому Вселенная просто ждала вас. Ну что же, буду счастлива с вами встретиться на моих остальных видео. Всем желаю шикарного времени суток. Пока-пока.